классику эстрадной музыки, джаз и даже акустический рок. Сейчас мы с Александром исполним две пьесы. Первая – это обработка мелодии из кинофильма «Шербурские зонтики». Мелодия называется «Буду ждать тебя». Итак, мы играем эту вещь с Александром. Таких мелодий, обработок современной эстрадной музыки несколько десятков в нашем репертуаре, и вы все можете услышать их. А сейчас мы для вас исполним блюз гитариста и композитора Шрайбера. Thank you.
Полынь, наш новый солист. Выступаем его вовацию. Ну, а сейчас я хочу пригласить на сцену директора Дворца культуры «Строитель» Фещенко Ирину Алексеевну. Михаил Михайлович, уважаемые участники ансамбля сегодняшнего и тех, которые играли в прошлые годы, позвольте мне от имени коллектива Дворца и от себя лично поблагодарить вас за ваше творчество, которое вы дарите нашим зрителям вот уже на протяжении 25 лет. Пожелать вам успехов, здоровья. И очень приятно, что творчество ваше не иссякает. Молодежь, вот молодой ансамбль, который сегодня вы пригласили из школы номер 2, это, наверное, те ребята, которые, уйдя из стен школы, могут пополнить ваш ансамбль. Конечно, научиться играть на гитаре и вот то, что мы слышали с вами, классику, наверное, не очень просто. Нужно терпение, умение, призвание, желание. И как приятно смотреть на ребят, которые вот так бережно, так аккуратно играют на гитаре вот эти замечательные произведения, которые звучат из поколения в поколение. И особые слова благодарности и свои поздравления я хочу адресовать именно руководителю ансамбля Михаилу Михайловичу Копычу. Наверное, ансамбль наш был создан в 89 году, да, если не изменяет память. Значит, вот Михаил Михайлович предложил, а давайте мы сделаем такой ансамбль «Классические гитары», которого нигде нету в городе. И, конечно, мы его с готовностью поддержали. И вот уже 25 лет он радует зрителей своим творчеством. Меняются музыканты, уходит поколение старших, приходит молодежь. И тем не менее ансамбль живет. Давайте пожелаем ансамблю, чтобы он обязательно дожил до золотого юбилея вместе с руководителем. Михаил Михайлович не просто руководитель ансамбля, он еще автор, исполнитель, композитор. Вместе с нашими замечательными поэтами Александром Григорьевичем Калидой и Василием Андреевским он написал много замечательных песен, которые тоже иногда, вернее, часто звучат в его программе. Поэтому ему только остается пожелать творчества, неиссякаемой энергии, потому что очень много сил забирает творчество. Михаил Михайлович, творите, дерзайте, радуйте нас и зрителей. И пусть будет у вас всегда здоровье, творчество, новые, талантливые исполнители и, конечно же, в первую очередь, благодарные зрители, для которых адресовано их творчество. Я хочу вручить ему грамоту за долголетний добросовестный труд и за творческий подход к делу. И вот наш скромный букет, чтобы он радовал Михаила Михайловича и вдохновлял его на новое творение. Награждается ансамбль классической гитары. Так? Да. Для ансамбля классической гитары. И сейчас я приглашаю нынешнее поколение ансамбля классической гитары. Они сейчас
выходит на сцену. Итак, ансамбль классической гитары. Но хочу сказать, один у нас один нюанс есть.